Салют, ребята. Я понимаю, что выгляжу для вас сегодня странно и нахожусь, в общем, в достаточно нетипичном для себя месте. Я сегодня играю благотворительный спектакль «Поколение Маугли» с Костей Хабенским, и это в Кремле, в Москве, и получаю от этого бешеное удовольствие, потому что, ну, всегда очень клево, когда есть силы помогать людям и тем более делать это на сцене. Дело в том, что мы в этом году, «Ночные снайперы», замахнулись на очень классную, очень мощную идею. Мы решили построить студию, где будем писаться, разумеется, мы, и будем предлагать писаться молодым музыкантам, которым действительно очень тяжело найти место для своих начальных записей, для своих первых экспериментов. Для чего мы это делаем? Дело в том, что нам в 2018 году 25 лет, и за это время мы выпустили больше 10 альбомов. Выпускали мы их и писали в разных уголках нашего земного общего шара, как то в Лондоне, в Австралии, в Калифорнии было дело. Но я с течением времени пришла к тому, что на своей земле как-то писать намного круче, потому что самое главное ведь не технология, а самое главное – руки, душа и мозг. Все это у нас есть. Иными словами, я призываю вас быть моими союзниками, партнерами в этом деле. И я, конечно, очень рассчитываю на вашу помощь и, более того, на то, что когда-нибудь вы переступите порог той студии, в строительстве которой вы оказали участие и помощь, и запишите свои песни. Спасибо.